Меня бы было видно. Люсь, ну что ты? Привет! Люсенечка вот пробежала. Дедушку снять. Как он работает. Битву за трон поиграл. Инкубатор проверил. Бодя поехал к другу за саженцами. Сейчас провезет. У Люды, Людочки, у жены. У друга 12 сортов малины, 12 сортов. Я не спал усю ніч. Вот это, фу, аж меня в жар закидает. Сниму и шапку. Вы поверите? О боже. Ну, у меня ж друг хороший. Говорит, друг, ну приїдь. Накопаешь себе. А куда ж поїдь, какалочка, на работе? Чесночок. О, редисочка, уже глянь, что сегодня. Видишь? Да, дедушка, вижу, вижу. Покажи ближе, что редиска входит. Не быстро только камеру. А чеснок же я вчера утром обрыскивал мыльной смесью. Вот. Так Бодя поехал до друга. Ну, звонил уже, что приехал. Идет по улице. Вот. А Миалочка дала наряд полить огород. Оно и прохладно. А солнце. А земля ж такая песчаная. Елки зеленые. Чуть. Уже надо поливать. Уже надо поливать. А то останемся без урожая. Она семья здоровая, все хотят кушать. Причем свое мы любим. Да, Лисунечка? Да, Ешка. Вот, поэтому надо выращивать. Девочки, вчера у нас была баня, так девочки Люсюня и Анечка поснимали постельное, стирку отнесли. Заложили, да, Лисунечка? Да. Вот, это... Вы ставили не на кипячение? Нет. Ага, ага. Постираете, потом развесите, а вот то, что высохло, снимите. Угу. И все у нас будет чудесно. Так же? Да, девушка. Общими усилиями мы победим врага. Редисочка любит воду. Надо поливать. Магазинная. Она, конечно, хорошо, но своя намного лучше. Так, надо. А вот тут у нас еще не знаешь, что у нас вот там под забором? Нет. Огород. Я только хотела сказать. А? Только хотела сказать. Да. А горох тоже любит воду. Да что она не любит? Всю воду любит. Так что. И битву за трон нельзя, а то ж идет состязание. Но третье место мы, конечно, не удержим. Но с четвертого не хочется слетать. Оно разницы-то нету, что третье, что четвертое, подарки одни. Но когда в тройку, то в левом нижнем углу написано «Победители». И приятно взгляну, что твое братство победители. Но ребята играют не по времени. Ну понятно, у каждого работа, у каждого семья, свои заботы. Это я только, как дурак. Строго через 3 часа и ночью встаю, и работу бросаю по времени, глянул. Все бросил, побежал играть. Потом прибежал, опять работаю. Ну не могу я по-другому. Я не хочу подводить ребят, чтобы сказали, ты не играешь.
Поэтому я стараюсь вовремя. Ну, вот такие дела. Ладно, все, пока. Угу. Продолжаем. Он лучок в Алочке ходит. Видишь, это я? Да, вон. Ага. Надо его хорошо полить. Что-то лучок же любит. Любит. Так, сейчас мы с тобой лисим. Сбрызнем просто. Просто сбрызнем. Вот так вот. Все, хорош, тут не надо. Сильно. Ну вот такие дела. Все, вот теперь все.